ё-моё, подай посмотреть, как я выгляжу сейчас. Да вот. Все, уже нормально. Скорее всего, надо будет хвостик потом все равно сделать. Короче, всем привет. Привет. Меня зовут Настя. Меня зовут Юля. Если не хотели мы снять вдвоем видео, мы будем вдвоем этом видео. Да. Это будет челлендж. Да, это типа челленджа. То есть мы будем... Что мы делать будем? Красить себя закрытыми глазами. Вот у нас, конечно, косметики не очень много, потому что мы почти не красимся. Я думаю, нам хватит. Три туши, блеск, помада. Это помада. Бледно-розовая. Это мне раньше нужно было для танцев. Несколько теней с помадами. Еще тут три туши. А это карандаш для глаз. Все остальное, да, потом у нас глаз, есть это... румяна. Да что ты будешь себе показывать, а? Все, короче. Пудра там. Вот давай, кто первый? Давай на Цуефан. Да, я, в принципе, ну давай. Цуефа. Я тебя буду красить. Мне будет сейчас весело. Я, наверное, страшно, как чучело, но не возбуждаю. Давай я тебя завяжу, хорошо. Давай. На всякие, чтоб прочно все. Здравствуйте, это мой глаз. Так, я возьму сначала пудру. Так, спонжик, где ты, Настя? Давай. Мне страшно. Только не сильно много, бери, хорошо. Да я вообще не вижу ни хрена, ты чё? Это что, это губы, да? Это носик, я так понимаю. Ты все волосы красишь. Это как сумасшедшая, ржу, честно. Да где твой лоб, мать твою? Че ты руку поставил? А, этот щеки. Господи, мне реально страшно, ребят. Я боюсь тебе там глаз торкнуть или что-то. Так, теперь нам... Что это? Это помада. Но помада в конце, наверное. Так, что это? Это у нас, я так понимаю... Ага! Что это? Это блеск, да? Да. Ладно, это потом все. Так, что это? Тени! Я не хочу эти тени, я чем-то другое. О! Что я нашла? Это тени, я уверена. Что он... Они там открывала. Сейчас, подожди. Где эта штучка для теней? Я открыть не могу. Что? Давай. А где тут еще попка какой-то уровень? О, ух ты ж как. Это вот, вот. Спонжик, дурочка. Дай руками. Дай на. Не надо. Не надо, на. Так, мне нравится цвет. Я хочу тебе этот цвет. Наверное, какой-нибудь такой ядерно-фиолетовый. Где? Да давай, нормальная Юля. Не знаю, как я стала. Так, жди это. Ерунда. О, еще одна. Вот тут, давай этот цвет. Где твой второй глаз? Это первый или второй глаз? Это второй. Это первый. О, господи. Все, замечательно. Так, теперь мы возьмем... Мы возьмем, что это, господи, и просто не трогаю. Так, я возьму тушь. Что это? Это, наверное, тушь, да? Пахнет тушью. Давай, глазик. Кажется, ты ушла. Я вот она. Да, ты все еще здесь? Ты еще думаешь, что ты выживешь? Ай, блядь! Я тебе в глаз попала, прости, так, господи, где эта дырка? Так, нет, у меня сейчас такой момент есть, когда мне может поспасть маска. Но я не хочу видеть, пока Настя, потому что мне страшно. Я боюсь, что она не так отомстит, я вообще там себя, наверное, не узнаю. Что это? Так, это блеск. Блеск не хочется. Так, румянчики! Ну, эти свои щечки. Нет, где это есть? Это щечка? Нет, это подбородок. Давай, быстрее. Господи, боже, где твоя щека? Ай, больно. Прости. Так, здесь нужна помада. Где помада? Это блеск. Мне нужна помада. Это помада? Да, помада. Давай. Она хотела свои губы. Вот они, давай. Вот вы что ли, я хоть почувствую. Да хватит, может быть. Ну ладно, ладно. Где зеркало? Это что? Это помада. Это сейчас помада, господи, что она на самом деле не понравится.
Может, чешется вешалка? Вот так вот. Я не вижу ни хрена. Мой шедевр готов. Давайте посмотрим. Честно, ребят, мне очень страшно. Прозрачные тени красишь? Что ты жой? Ты ничего не взяла на кисточку? А ты чего, дура, столько? Ты мне... Да не говори! Все, я молчу. Только не смотри, это будет секретик. Так, и второй, это уже будет чуть поярче. Где она? Вот она. Нет, это нос. Да, вот-вот. Ай! Все нормально. Так, дальше будем красить тебе стрелки делать. Подожди, да ты не смейся ты, где ты? Да иди сюда. Да блин, Юля, нормально. Чуть-чуть попала. Так, что дальше? Румяна. А, румяна везде. Так, кто?
тушь, точно тушь. Это тушь, да? Тени? Да! Да!